Мы задаем вопросы об опыте волонтерской деятельности, о в целом кандидате, чем он занимается, помимо волонтерской деятельности, если он имеет такой опыт, увлечение, работа. После этого мы переходим к компетенциям, мы спрашиваем о их навыках, о том, как эти навыки помогали в трудных ситуациях. Вообще позиций много, ну, наверное, самые такие интересные и необычные это волонтеры спортивных площадок, когда ребята будут находиться на самих соревнованиях и помогать там. Волонтеры это же тоже интересно, это сопровождение делегаций, не только там, участников, но и тех, кто приедут смотреть, как их называют, наблюдатели, то есть те люди, которые будут принимать и проводить игры будущего у себя в стране. Волонтером я являюсь недавно, участвовала в сибирском международном марафоне, на выборах губернатора и вот на футбольных матчах нашего Иртыша. В Казань интересно. Было бы интересно туда поехать, посмотреть, поучаствовать в таком масштабном мероприятии. У меня дети играют в игры, в аналогичные игры, те, которые там будут представлены. Я немножко как бы знаю о том, что это вообще проходят такие чемпионаты мировые. Ну а теперь это проходит у нас, очень интересно.